Ищите кровельные материалы, собственное производство, великая мультики профнастила, а также доборных элементов. Все это по выгодным ценам и вашим размерам. Короткие сроки изготовления. Адрес Угловского, 3, вход в гостиницу «Айсберг», офис 5, а также улица Пушкина, дом 126. Можно ли перевести детей на 5-дневную учебную неделю? Большинство школ города у нас работает по 6-дневной рабочей неделе. Этот выбор обоснован большой нагрузкой, которая ложится на детей при освоении образовательной программы, особенно в старших классах. Переход на 5-дневную неделю приведет к увеличению количества учебных часов в день. Кроме этого, многие дети посещают учреждения дополнительного образования, и их режим занятости также необходимо учитывать. Вопрос об изменении режима занятий детей входит в компетенцию школы и может быть инициирован родителями через общешкольный родительский комитет.